Король Испании едет в Киев. Хуан Карлос Ай отправится в столицу Украины, чтобы поддержать на НСК Олимпийский свою любимую команду Реал Мадрид, Испания. Король Испании Хуан Карлос Ай посетит Киев для поддержки футбольного клуба Реал Мадрид, Испания, в финале Лиги Чемпионов в Киеве 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба королевской семьи. Хуан Карлос отправится в Киев, где он увидит финал Лиги Чемпионов УЕФА 2018, в котором сыграет Реал Мадрид CF и Ливерпуль FC, говорится в сообщении. Напомним, матч финала Лиги Чемпионов сезона 2017-2018 состоится на столичном стадионе НСК Олимпийский. Главный футбольный турнир года начнется в 21:45 26 мая. В финале встретится испанский Реал Мадрид и английский Ливерпуль. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта news.com.